Привет всем, дорогие друзья, с вами сегодня узбекские еды от меня, админ канала Шухрат. Вот сегодня мы начали готовить опять самые калорийные блюда. Вот. Узбекские. Картошки, мясо, говяжье мясо и болгарский перец, два лука, масло подсолнечное, грамм 300, жарится на казане, на костре. Вот так. Так что, подписывайтесь. Поддерживаем друг друга. Погода сегодня тоже жарище, 32 градуса, наверное, сейчас 32 градуса. По вкусу соль добавляем потом. Идеалем. Мангал, как потом шашлычок жарим. Как хорошо прохладно, водички попить. Сейчас добавим тут и соль, вот сделаем, перепутал. Ну, какая разница, по-узбекски, по-русски, все равно, знаете. Добавили соль, картошки резали по-другому. Так что вот такие дела, сейчас через полчаса будет готово. Приезжайте, гости. Всем приятного аппетита. Благодарю за внимание. С вами был канал админа Шухрат Суперстрой. Ставим лайки, оставляем комментарии. Я тоже зайду обязательно. До встречи.